Но еще одна ниша, давайте будем завершать, это ниша образования. Образовательный контент в любое время был на пике спроса. Сейчас, вот когда вы заходите в нишевый контент, например, да, то есть как это происходит? Сейчас школы, банально школы переходят на онлайн. И если вы сможете как-то организовать при помощи канала, допустим, учителей физики, чтобы они там помогали, решали задачи, там, примеры, да, там такие живые, понятные, сделать интересный канал о каком-то школьном предмете образовательном, будет тоже очень и очень здорово.